Губернатор Игорь Рудени провел селекторное совещание с главами муниципальных образований Тверской области. Темой стала подготовка территорий к осенне-зимнему отопительному периоду. В этом году в муниципалитетах капитально отремонтированы или заменены более 53 километров тепловых сетей, проведен ремонт почти 3000 единиц оборудования в котельных. Глава региона подчеркнул работы по ремонту тепловых сетей, формированию запасов топлива, а также устранению выявленных нарушений должны быть завершены до начала отопительного периода. Ключевая задача, обозначенная губернатором Игорем Рудени, обеспечить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты в соответствии с установленными нормативами, а также надежное и безаварийное тепло и водоснабжение на протяжении всего осенне-зимнего периода. Большинство муниципалитетов существенно подняли уровень подготовки к осенне-зимнему периоду. И в подготовку входит не только теплоснабжение, электроснабжение, содержание дорог, контроль маршрутов школьных автобусов, скорой помощи, контроль проведения мероприятий по подготовке многоквартирных домов, работа фонда капитального ремонта на территориях. Но очень важно, чтобы сами главы понимали, что муниципальных образований, что работа является комплексом мероприятий,